Рофл Рашен ПС. That's what's up, песеры. Спорим, вы не догадаетесь, но скорее всего узнаете игрока, спрятанного за черным квадратом. Давайте я вам дам подсказку и несколько секунд на предположение. Там находится тот челик, который эмоционально на фото идеально олицетворяет все то, что происходит в режиме Match Day. Подумали? А теперь ловите правильный ответ. Не знаю, как вы считаете, но по мне так это легендарный тип. Как минимум потому, что вот эта вот его не самая удачная фотка, которая очевидно привлекает к себе внимание, находится на его картах начиная с PES 2018. Можно сказать, что это один из самых стабильных игроков на протяжении уже 4 сезонов. Но насколько он крут по игре, лично я пока не в курсе. Зато я в курсе, что у нас появились канал и чат в Телеграмме, ссылки на которые вы можете найти в закрепленном комментарии. Йоу, ставь лайк, если моешь руки. А этот чел оказывается не из простых. Опа, хорош, чех. Не дай забить Торосу, это наша главная миссия. И... отлично, ебаный сыр, чех, что творит? Да остановись ты уже, хватит меня атаковать. Хо-хо-хо-хо, Петя словил кураж. Окей, Варда впервые коснулся мяча. Ну же, гений, давай что-нибудь придумай! Отлично, заработали стандарт. Сейчас, блядь, все будет опасно, как всегда. Гномский на подаче, значит, будет голясо. Прошу любить и жаловать, король стандартов ворвался в здание. Так, хорош прессинговать, братишка. Я же все равно тебе не отдам мяч. Идите в жопу, какого члена? Блять, сука, это забил Торрес. Какое позорище, ебаный сыр. Придется вырезать этот момент и не вставлять его в ролик. Ладно, неважно, проиграем мы или победим. Самое главное, это проверить то, на что способен вот этот вот кисломордый чувак. Хорош, Фарлан, давай-ка лети и отдай прекрасный пас. Ну, Рашфорд, блять. Сука. Удаляй его нахер с поля, лысый. Он мне абсолютно не нужен. О, кислый тип с мячом. Ну, разъеби! Отлично, стандарт. Значит, сейчас будет голясо. Скриньте. Ну... как же это изи вообще. Кислый тип что-то так себе дебютировал за наш легендарный состав, но я верю, что он еще засияет, как самая яркая звезда. А вот это уже получается ничего так. Кто там? Это кислый тип разъебал! От души тебя поздравляю, мэн! Но, Konami, суки, где его геймфейс? Этот мужчина легенда, он достоин большего уважения. Настало время поиграть в тики-таку. Так мы тоже умеем, и так мы можем даже забивать голясо. Опа, кислый тип! Кислый тип, ёбаный сыр, забивает дубль! У-ху-ху-ху-ху! Вы можете в это поверить? Я могу, потому что я изначально верил в то, что он сделает все как надо. У него все получится, и у него все получается. Я надеюсь, соперник решил ливнуть, ибо тут для него вообще без шансов. Ведь с кислым типом в составе мы играем так, будто нас 15 человек на поле. Окей, соп решил не ливать. Это заслуживает уважения. Мяч сюда, где кислый тип? Вот он, ну! Оу, щет, хэт-трик был так рядом. Ну чё, сейчас кислый будет подавать угловой. Но не простой, а вот такой вот. Надеюсь, там стоит кто-то с крутым ударом. Так, это Гномский, ну, Гномский! Ой, блядь, как плохо. Ну-ка, овод! Овод добивает. Но, по сути, этот голяссо сделал кислый тип, так что все овации нужно адресовать только ему. Ой, бля... ну, неужели забьет? Черт побери, как же стыдно. Вы спросите, что я задумал, а я задумал кик-оффную и...
кик. Офная у нас получается отлично. Фарлан красавчик, но не такой, как кислый тип. Поэтому праздновать я не буду. Так, опять этот Торрес. Сука, здесь уже и Неймар. Блять, соперник, походу, серьезно настроен на камбэк. Но мы сейчас соберемся и не дадим ему это сделать. Воу, а вот это уже красиво. Ну чё, горим, пацаны? А, не, все нормально. Соперник просто поспешил и насмешил. Все, походу, чел принял правильное решение и понял, что не вывезет эту катку. Не, ну это все, конечно, хорошо, но все-таки немножко обидно, что мы так и не увидели оценку, которую должен был получить кислый тип. Воу-воу-воу-воу, нифига себе, Мбаппе. Эй, так, это очень плохое начало. Только промахнись. Чех на месте, стенка тоже сработала как надо. Красавчики, все, несемся распетрушивать соперника. Воу! Записывайтесь на курсы Сережи Финторезова. Принимаем ваши заявки по номеру телефона 1400. Сука, опасно, Мбаппе, выход один на один, только не... Fuck you! Бля, вот это я сейчас напрёкся. Сука, вы только посмотрите, что творит этот чувак, но он просто какой-то лютый тики-такер и не хочет вообще никак ошибаться. Что творит? Во, наконец-то отняли мяч, теперь точно несемся в... Вот здесь уже у нас что-то может получиться. Так, Фарлан, отлично. Ну хотя бы я впервые подошел к его воротам. Чувства на самом деле офигенные, всем советую. Во, хорошо, хорошо, овод, ну бей! Бля, вообще ничего не получается, сука. Ну чё, кислый тип, вся надежда только на тебя. Ну, Месси, въеб... Бля, почти получилось. Кисленький, пожалуйста, подай как надо. Не, ну подавать стандарты, это вообще не его тема. Но в целом он просто разъёб тип. Тот самый навес, как в старые добрые. Ну, Оуэн, мог бы и побороться вообще для приличия хотя бы, сука. О! Вратарь, сука, вообще не прав. 904-я попытка. Эх, опять безуспешно. Ну, я понял, кислый, что это вообще не твое. Времени мало. О, хорош, кислый! Бля, вратарь, да хватит тебе уже, а? Сука, я не сдамся, кислый, давай на весь как надо. Сука! Кислятина, черт побери, ну на весь ты уже нормально, по-братски, блять, прошу тебя, ну! Нет, 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 мяч наш, не сдаемся. О! О! Ебать, чувак, выходи нахуй из матча, удаляй песку, кислый тип тебя разъебал, это просто было шикарно. Эй, легенда сотворил историю, а итог можно подвести такой. Неважно, какое у вас лицо, кислое или сладкое, главное, чтобы внутри себя вы верили в самого себя. И тогда у вас все получится. Мне больше добавить нечего. Да, кстати, и это он еще играл вот с таким вот соответствием. То есть, прикиньте, какой монстр из него получится, когда его прокачаешь до сотки. Мне становится страшно. Жниво жмет на дис, ведь его бесят киберспорт, юмор и киберспорт песни. А каждый топ-мен знает это бист. Привет, здесь ставит палец вверх после Дэдс Васап. Бессеры.